Ирина Савинок почти 40 лет работает в городском здравоохранении. Больница номер 3, как она говорит, ее второй дом. Я люблю людей. Это мое кредо – помогать людям, чем могу, в любое время дня и ночи. Все. За безупречную многолетнюю службу на благо города Ирине Савинок объявлена благодарность, а ее портрет, как и фотографии еще 10 хостинцев, будет размещен на доске почета района. На конкурс по благоустройству в этом году подали рекордное число заявок. За 10 призовых мест боролись 40 претендентов. На награды претендовали целые села и отдельные улицы, а также управляющие компании, ТОСы, домовые и квартальные комитеты. Люди те, кто именно хотел бы видеть наш город городом, курортом мирового уровня. То есть намного лучше люди подготовились и к конкурсу, и больше участников было представлено. И очень красивые дома. У комиссии даже, были сомнения, кого из них лучшим назвать. К примеру, эта парковая зона, которая получила название «Сквер влюбленных», появилась благодаря участию ТОСа «Хоста». На месте сквера планировали построить жилые высотки, но власти курорта при поддержке местных активистов настояли на том, чтобы здесь была оборудована зона отдыха. Возглавляет общественную организацию вот уже 5 лет Евгений Очох. В его команде 20 человек. Члены совета – это добровольцы, так сказать, это жители местные, которым не безразлично, как у нас будет в нашей хосте, которые патриоты нашего города, нашего района и нашего микрорайона. Вот люди, которые хотят, чтобы было все красиво, было все приятно. Команда Евгения Очоха стала победителем конкурса в номинации «Лучший ТОС». Лучшим в своем районе признан домовой комитет «Лысая гора». Помимо призов, 10 победителей в своих номинациях получили право участвовать в городском этапе конкурса. Его итоги объявят в конце декабря. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.